Повышенная вероятность вспышки опасного коронавируса по-прежнему сохраняется на Дальнем Востоке. Так, 7 февраля в Уссурийске бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов к больному с подозрением на данное инфекционное заболевание. Им оказался гражданин Китайской Народной Республики, который недавно вернулся из города Ухань. По результатам экспресс-теста есть все основания полагать, что данный больной является носителем коронавируса. Предотвратить вспышку опасной инфекции помог председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин. Прибыв на место, председатель инициировал проведение повторного обследования с целью подтверждения наличия у больного опасного заболевания. Я вам еще раз говорю. Перепроверить. Хорошо. Не может быть, чтобы у него был коронавирус. Стало человеку плохо. Вот он вчера бухал, сегодня ему плохо, с похмелья. По результатам проверки было установлено, что у пациента обычная ангина. Никакого коронавируса у нас в Приморье не будет. Мы четко контролируем ситуацию. После исключения угрозы опасного инфекционного заболевания, срочная изоляция больного не потребовалась. По заверению Виталия Наливкина, им и дальше будут проводиться подобные меры по недопущению появления вируса в Уссурийском районе.